Ребята, я снова всем привет. Значит, как я вам обещал, у нас на канале будут появляться видеоролики по поводу ремонта квартиры, которую мы купили. Значит, двухкомнатная квартира. Сейчас мы занимаемся, в общем, санузлом. И, санузел ванна, там через стенку туалет. В общем, сейчас обдираем клеенку вот эту. И пенопласт. Значит, ребят, видео снимается для тех людей, которые хотят каким-то образом утеплить свою ванну, да, но смотрите, вот здесь у нас вот стенка выходит на подъезд, то есть это уже подъездная стенка с другой стороны, поэтому, ребят, мы прошлые хозяева утеплили эту ванну при помощи пенопласта, который всунули внутри ванны, и, соответственно, как вы видите, результат этого утепления вот на стене появился грибок. Не знаю, вот видите, тут еще вот он грибок. Вот он, видите? И вот здесь. Ну, в общем, вся стена в плесени, это дикий ужас. Поэтому, ребят, никогда не вздумайте утеплять ванну с внутренней стороны. Это нужно делать, ребят, со стороны подъезда. То есть там утепляется стена, если вам уж как-то что-то там прохладно, да, или там, допустим, стена плесневеть начала, да, то со стороны подъезда утепляется. Ну, то есть точка росы и все сопутствующие характеристики. Надеюсь, вы разберете, что такое точка росы, посмотрите в интернете, загуглите. Вот здесь же какая ситуация произошла. Здесь получается вот вся влажность, все, что было под пенопластом, все собиралось под пенопластом. Вот здесь вот внутри. Хотя этого не должно быть. Посмотри, что творится вообще. Капец. Блин. Все черным-черно. В общем, ребят, утепление делается на наружной стенке, не во внутренней. Все то же самое утепляется, когда утепляются, допустим, стены домов, да? Ну, вы ж не лепите, правильно, внутри. Допустим, ту же самую лоджию не утепляете, она утепляется снаружи, но тем самым вы заделываете швы все там и так далее. В общем, чтобы не проникала влага и т.д. и т.п. Поэтому, ребят, это чисто видео ознакомительное. Вот сейчас прямо, наверное, с этого ракурса я сделаю превью и сфоткаю. Ребят, ну, в общем, не лепите пенопласт, не нужно этого делать, не нужно утеплять. Особенно ванну с внутренней стороны. Это, конечно, дикость полная. А вот сейчас вам покажу еще прихожую. Вот здесь вот та же самая петрушка. Вот, смотрите. Вот в прихожей. Это вот стена подъезда. И вот ее взяли пенопластом. Утеплили. Ну, сделано, конечно, все не прям там супер-пупер. Делали, как говорится, как могли, так и делали. В общем, вся стена полностью, вот она, утеплена пенопластом. Но это в прихожей. Если, ребят, утепляете, еще раз повторюсь, все делается, значит, с той стороны. Сейчас давайте выйдем в подъезд, я вам покажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сейчас. Смотрите. Вот она ванна, где-то тут. Нет, это прихожая. Вот это прихожая, где пенопласт. Вот она ванна. Вот она ванна. Здесь. Здесь утепляется. Так, заходим. Заходим обратно. Так, ну, в общем, начинаем ремонт делать в санузле. Туалет немножко довели до ума, то есть пообдирали здесь обои т.д. и т.п. Убрали отдушины. Отдушины вот в таком, ребят, плане. Все прокуренные. В общем, они демонтировались. Здесь будут новые отдушины, которые будут по-человечески выглядеть. Также будем производить демонтаж канализационная трубы 110 на пластиковую менять.
у соседей уже проблема, не врежемся там, поэтому видос следующий будет по поводу труб сниму. У них там сделан ремонт в санузле и т.д. и т.п., но это об этом в следующем видео. У нас же будет здесь врезана в чугун, в железо врезана пластиковая 110-я труба под самый потолок и будет опускаться вниз к соседу на 5-й этаж. Он дал добро, у него там нет никаких заделываний. Так, ну, в общем, ребят, в туалете, слава богу, пенопласта никакого нет, все отлично. Так, возвращаемся в ванну. Итак, вот еще под моющими обоями плесень. Вот. Поэтому вот такой вот трэш. И вот еще пенопласт, ребят. Это сейчас будет все сдираться. И здесь будет просто капец-капецки. Что тут будет происходить? Это тяжело просто представить. Страшно, точнее, представить. И вот это вот, вот этим сейчас мы дышим. То есть, иногда заходишь в ванну, кашлять начинаешь. Ну, в общем, вот этими всеми испарениями, вот этой всей фигней дышим. Ну, сейчас подготавливаем стены. Ну, в общем, обдираем краску. Ну, не краску, ну, короче, что обдирается, то обдирается. Обои, побелку. Дальше здесь будем, короче, делать такие надпилы. Болгаркой буду делать. Ну, дальше здесь будет плитка идти. Вот. Так что, вроде все про плесень вам рассказал. Ребят, не стоит этого делать. Да, вы внутри не увидите, что происходит. У вас будет снаружи все красиво. Вы же залепите, все красиво сделаете. Даже есть люди, которые ванну пластиком обшивают, а допустим за пластиком, да, вы решили вот пенопласт этот кинуть, вам не будет видно, понимаете, но реально вы потом этим всем будете дышать и не поймете потом, откуда у вас будет кашель, откуда у вас будет сопли и так далее. Поэтому не стоит этого делать вообще. Значит, слушай, я пошел только что в подъезд, посмотрел эту стену, там на стене прям пятно. Сейчас можно выйти и присмотреться. Непонятно, что там происходит. В общем, будем еще разбираться с внешней стеной в подъезде. Но вроде как сказали, что квартира не должна быть сырой. Но это не продавец говорил, конечно. Это нам комендант дома сказал. У нас дом, в общем, отделен от ЖЭКа на самостоятельном обеспечении. Ну, по крайней мере, так сказали. Но мы посмотрим еще. Вот, ребята, так что серия видеороликов. Правда, кашель у меня аж начинается уже. Вот сейчас, ребят, снимаю, начинается прям кашель. Вот дышишь вот этой вот фигней, вот этой черной, грибком этим. Все, ребят, значит, вот такой вот видос. Надеюсь, вы все поняли, да? Сейчас нужно красиво пенопласт разложить и превью сделать. Такое превью сейчас страшное сделаю, чтобы вы по-любому на этот видеоролик зашли и посмотрели. А на этом все, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Какие-то вопросы будут, задавайте. В общем, по мере поступления каких-то ремонтных работ мы будем снимать видео. Всем до новых встреч. Пока.